О комфортной и живописной зоне отдыха у воды, да еще и рядом с домом, мечтает, пожалуй, каждый. Вот и жители старого городка уже не один год ждут преображения местного пруда. Прямо сейчас территория участвует во всероссийском голосовании. И победит ли она, зависит от вас. Старогородковский пруд – место с историей, рассказывает местный житель Василий Петров. Раньше водоем притягивал рыбаков, мам с детьми, собачников и просто отдыхающих. Вот тут зона отдыха была у нас. Сейчас вот все заросло травой. Раньше был песок, народ приходил купаться. Была вышечка небольшая, 2-3 метра прыгали. А теперь заросшие берега, мусор и разрушающийся пирс. С годами когда-то живописный пруд пришел в запустение. Вот и Анастасия, коренная старогородчанка, вспоминает его прежние красоты. Провела здесь все свое детство, теперь гуляет с сыном. Да только виды уже не радуют. А любитель уток Ратибор надеется, что скоро все изменится. И с нетерпением ждет возвращения цапли и лебедя. К нам едут с Москвы, которые люди отдыхают на даче, а также с других районов. И все хотят, чтобы здесь была пляжная зона, велосипедные дорожки, зона отдыха. И все это может здесь появиться, если захотят сами жители. Обивать пороги администрации не нужно. Достаточно принять участие в голосовании. Территория, которая наберет наибольшее количество голосов, будет благоустроена в следующем году. Времени сделать свой выбор остается не так уж много. Всего 11 дней. Олеся Лукина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».